Здравствуйте, 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 детишки! Это опять я, ваш Скайрус, он же Косморос с планеты детства и чудес, всегда вместе с моей дочурочкой Дариалой. Но здесь у вас, на Земле, я всего-навсего директор Космозоу, Космозоу Мечтариума, который мы открываем в вашем детском садике. Да, и сейчас я проведу репетицию с одним моим новым артистом, артистом театра Скайруса, артистом живого театра. Да, это прямой потомок моей давней-давней древней знакомой, которая вам тоже очень хорошо известна. О ком идет речь? Не торопитесь, сейчас вы все узнаете, и я спою вам песню, которую нашептала мне давным-давно эта моя старая-старая знакомая. И мы, дорогие детишки, отправимся с вами сегодня же в Российскую Небесную Федерацию, на Скайрус, Небесную Россию, и на Дариалу, планету детства и чудес, и еще кое-куда. Затянули всю планету облака, как белый дым. Был, дорогие мои дети, и я когда-то молодым. Был беспечным и наивным, песни петь любил, и вот вам о планете пою дивной. За 300 лет тому вперед! Пою о Скайрусе Небесной России и о Дариале, планете детства и чудес, и о Нимбе, Нимб, научно-исследовательская межпланетная база, наша бывшая Луна! Посмотри, она же рядом, лишь взор на небо подними. И ничего, что листопадом прошуршали жизни дни. Старость, говорят, не радость, пусть будет все наоборот. О, как мне счастье улыбалось за 300 лет тому вперед! Дети, будьте вечно юны, взрослеть не торопитесь, будьте счастливы и шумны, радуйтесь и веселитесь, до небес мечты подбросьте, и пусть вам в жизни повезет, и прилетайте ко мне в гости за 300 лет тому вперед! Да! Это песня, песня моей старой, давней, доброй знакомой черепахи Тортилы. Да, знаете ли, детишки, Буратино-то давно вырос, ха-ха, дотянулся до неба и звезд, открыл вам небоморье. Ну, с носом мне пришлось что-то делать. Пришлось пойти на пластическую операцию. Что вы хотите, я даже вагон метро не мог зайти, да. А это и есть артисты нашего Космозоу. Один из них. Вот эта замечательная черепаха Тортиловна. Вы знаете язык животных? Вы знаете язык черепах, например? Нет? Ха-ха, я вас научу. Что? Он говорит, что я подонок и мерзавец! Что она никакая не черепаха. Это черепах. Черепах Тортилович. Сын самой Тортилы. Родительницы всех черепах на Земле. Да, его родственники будут выступать в нашем живом театре и даже жить у вас в Космозоу Мечтариуме, в этом замечательном подземноводном царстве Акварай.
водные растительные арт-инсталляции для цветов, для животных и птиц. Посмотрите, посмотрите на эту прекрасную черепашку. Да, но вы знаете, а теперь перейдем к биологической части нашего замечательного мероприятия. Это на самом деле болотная черепаха. Она живет в наших болотах и даже лесах, влажных, где есть пруды и, в общем, сыро, влажно. Вот, и я сейчас вам расскажу кое-что о черепахах. Да. Музыку можно выключить. Это болотная черепаха. Ее поймал мой друг и совершенно далеко от этого места сюда принес я ее, чтобы выступить у этой замечательной сосновой березы, этой дубовой сосны, этого прообраза и прародителя космозоу, который скоро открою я у вас в вашем детском саду и в вашей школе. А эту черепашку, это обычная наша болотная черепаха. Видите, какой у нее длинный хвост, как у ящерицы, как у змеи, потому что она относится к отряду пресмыкающихся. Это родственница змей, ящерицы, даже крокодилов. Посмотрите на нее, какая она прекрасная, прекрасная черепаха. Черепах Тортилович, сын и родственник нашей старой, доброй Рины Зеленой, да, замечательная была артистка тоже Рина Зеленая, которая исполнила эту роль черепахи Тортилы в фильме «Приключения Буратино». Ну, а я сейчас отнесу ее на лужайку, пусть она погуляет немножко, да, с нами вместе. Я покажу вам ее в природе. Вот, но здесь я ее выпускать не буду, потому что здесь она не выживет, она не сможет жить в этих травах. Ее надо принести подальше, там, где болото. Болото ее дом родной. И называется она болотная черепаха. Других у нас не водится. Это болотная черепаха. Посмотрите, как она прекрасна. Так, сиди, не крутись, а то я тебя уроню. На это я пойти не могу. Ну-ка, посмотрим, как она будет ползти в траве. Посмотрите, посмотрите, детишки. Вот она вытягивает свою мордочку. Она думает, что происходит, что такое происходит с ней. Могла ли она предположить, что она станет артисткой, что она будет петь песни для вас, дорогие детишки? Конечно, не могла. Конечно, не могла. И когда ты, моя дорогая черепашка, мой черепах Тортилович, будешь сидеть в своем болоте, я надеюсь, ты будешь вспоминать и меня, и это наше с тобой совместное выступление, эту репетицию песни «300 лет тому вперед» из концерта «Приключения Скайруса», концерта, которым я буду открывать космозоу мечтарии в детских садах и в школах России. Российской Федерации здесь, на Земле, да. А мне пора на Скайрус, на небесную Россию, в Российскую Небесную Федерацию. Я возьму тебя с собой, я научу тебя летать, мой дорогой черепах Тортилович. А потом я верну тебя в твое болото, и мы с тобой споем еще одну песню. Да, дорогой мой черепах. Мы еще споем, а я не прощаюсь с вами, дорогие дети. Я говорю вам до свидания. До новых встреч, ваш Скайрус, президент Российской Небесной Федерации!